Ронни Коллиман выиграл парочку Олимпий. 177 рост, то есть не очень большой. Вес от 120 до 147 килограмм в межсезонье, когда отжирается. Является обладателем бицепсов 60 сантиметров. В общем-то, это не так много людей вообще в мире, у которых есть подобное. В общем, мега здоровяк такой. Работает полицейским обычным, при этом у него в гараже стоит оттюненная Bentley Continental GT. Как милиция говорит, работает, потому что денег от соревнований бы не хватило все равно, чтобы нормально как бы жить полностью. Обеспечивает себя только ими. А там еще страховка бесплатная. Виктор Ричардс. Как говорится, он является непризнанным королем бодибилдинга, хотя выступал всего один раз где-то там. У него, видимо, недостаточно хорошая форма, недостаточно красивая, хотя у него рост 176, а вес 150-164 килограмма, то есть вообще такой квадрат офигенный. Но, видимо, форма недостаточно хорошая, поэтому бицепс у него 66 сантиметров, вообще чуть ли не рекорд, ну, учитывая без всяких там симптомов и так далее. Вот он щеголяет, мега такой здоровяк. Но особо нигде не участвовал. Неизвестно почему, особо о нем неизвестно. То есть есть пара всего видео, вот одно из них в частности. Как мы видим, он в юношестве уже был таким бычком офигенным. Нормальный такой чувак, нормальный. Ходит прикольно вообще. Грег Ковач считается одним из самых больших бодибилдеров, вернее самым большим, но с Ричардсом можно поспорить, но у него рост 191 сантиметр, то есть такой высоченный. Вес у него 150-180 килограмм, то есть все-таки он больше Ричардса несколько, ну у него и рост существенно выше. Опять же, никаких Олимпий не завоевывал, видимо, опять же, потому что недостаточно хорошая там симметричность и так далее, сепарация мышц и прочая хрень, короче. То есть он как бы здоровый, жмет большие веса там, тонну он что ли ногами вжимает, не присед, а это на тренажере, блин. Больше, так сказать, стронгмен, что ли. Ну, он не является стронгменом, но тем не менее. Силовой такой чувачок. Махинистый. Но тем не менее он обладает мега массой приличной. Вот он тут жмет дохерищ просто. Там столько блинов, они сдолбались их насаживать. Джей Катлер, у него рост 176, он, как ушел Коллиман, он стал мистером Олимпии фактически, ну он и так его побеждал, вообще выступает давным-давно, то есть я смотрел видео еще в 2001 году, он на Олимпии с Коллиманом уже был, но сейчас последние года вот он их берет, не очень высокий, вес 120-140 килограмм, бицепс у него, кстати, достаточно маленький, 50. Там где-то 54, что-то такое, сантиметр 22,5, что ли, инча. В общем, небольшой, ну ничего, зато широкий такой чувачок. Прикольный. Вот он типа там зажигает. Становись туда, становись сюда. Нормально, мэн, нормально, ёпты. Да не, бицепс у тебя слабый, ты чё? Спина, да, ништяк вообще.
команды, блядь, американские, а? Маркус Рул, немец. Тоже здоровенный, рост у него 180, не очень большой, но и не маленький, в общем, нормальный вес, от 130 до 154 килограмм. Немец, в общем, такой, блин, прикольный чувачок. В инете много смешных видео с ним, он любит там что-нибудь смешное вытворить. Вот. Ну, ничего так у него. Раму, короче, есть, а кисти слабенькие. А тут синтольчик, видимо, как неестественно, напухшая. А вот у него там женушка прикольная, вот она там юморит на заднем плане. Тоже занимается бодибилдингом, все такое. Насер Эль-Сомбати. Вон он, чувачок прикольный, в 90-е зажигал, является по совместительству профессором. Он из тех качков, так сказать, скажем так, мягко очень умных. Вот. Тоже нехило накачался. Рост 180, неплохой. Вес 152, 137, 162 килограмма. Здоровенный такой. В 90-х там пришли все эти супермассы. Вот он одним из них был. Таким здоровенным. Потом начал синтолом баловаться, загубил его карьеру, типа. Что-то там с ним случилось, особо нет, хотя видео можно найти, там, год 2008, где он там есть, скажем так. Ну, рам-то у него осталось, немножко сдулся. Ну, там снова в какой-нибудь одежке. Денис Цыпленков, это наш чувак, стронгмен, армрестлер в первую очередь. Бодибилдингом не занимается. Чем отличается? Тем, что у него рост 186 сантиметров, достаточно высокий, вес 140, а вот бицепс у него 60 холодный, типа, ну это был на пике, или даже 61, я читал, а горячий типа 64, то есть у него сейчас в мире, по идее, самые большие такие бицуха, ну если не считать, да, каких-нибудь там 2 с лишним метра, или там толстяков каких-нибудь. У него самый большой, у него такие офигенные пропорции, то есть такой медведь вообще. Кажется, если посмотреть на него отдельно, кажется, что он такой вообще невысокий чувак, потому что он мега широкий какой-то вообще, пипец. А на самом деле у него 1,86 м, а тут он валит просто Борзенко, это мега известный чувак, супер-пупер. Ну, у него, правда, вес не очень большой, но у него необъяснимые ученым силы вообще. Пол Дилет. Мистер Олимпии вроде был, там в конце 90-х он там сжигал. У него, собственно говоря, вес 188, ну вообще там разные источники, там от 185 до чуть ли не до 2 метров приводится его рост. Дело в том, что не любят давать точные зачастую такие чуваки данные, чтобы все терялись в догадках, так сказать. Вес соревновательный 130 килограмм. Ну, в межсезонье, может, побольше весят. У него спина вообще офигенная, туда-сюда. Но потом были фотки, когда он там немного, скажем так, состарился, и он там вообще сдулся, у него пузо здоровое, и он напоминает из «Смертельное оружие» негр, там, напарник этого хрена, Глеба или какого-то. Вот ровно такое же, у него вообще руки сдулись, пуст только. Дориан Ятс правил в 90-х. Внес типа моду на большую массу. Бицепс у него, кстати, маленький вообще. Что там, чуть не меньше 50 вообще. Но у него спина крутая. Рост 178, в общем, неплохой. Вес 121-131 килограмм. Вообще, по весам, конечно, могут быть очень сильно разные данные, потому что то такой, то сякой. Поэтому некоторый диапазон может быть больше. 121, это, соответственно, соревновательный, 131 межсезонье. Ну, там, понятно, плюс-минусы еще может быть накинуто. Вот он, на такой с типичной прической 90-х годов. Нана чем-то напоминает. Или еще кого-то вообще. В общем, кого-то напоминает. Флекс Виллер. Мистер Олимпия там пару раз был, Колемана бил, есть знаменитое видео, где там объявляют победителя, и он победитель, а Колеман там падает, типа. Причем падает с
слишком быстро, такое ощущение, что он как бы падал, типа подумал, что он мистер Олимпия, ну хер его знает. У него, соответственно, рост 175-179, опять же, точно не нашлось, разные приводятся данные. А вот вес не очень большой, 105-127 килограмм, то есть он такой, в общем-то, чувачок, не очень массивный. Вначале занимался боевыми искусствами, и там есть видео, где он молодой, лет 16-17, там он, в общем, достаточно худенький. Но откачался, тоже, кстати, с синтоном начал баловаться. О. И есть видео, где он 2010 года, там тоже сдулся так неплохо. Ну, здоровый, но как бы больше уже такой обычный. У него были ручки неплохие, да плечи. А всего остального особо не было. Джоэл Стабс. Ну, это просто чувака увидел так. В принципе, он ничего особенного. 15 место занял на Мистер Олимпии. Последний, что ли, или что-то такое. Но выглядит прикольно, чувак вообще. Поэтому взял, рост 190 сантиметров, вес 128 килограмм. Но выглядит так прикольно, поэтому случайно наткнулся, взял его в рейтинг, скажем так. Боб Сэп, это он является, вот он танцует, вообще прикольный чувак. А, является бойцом каких-то там постановочных их боев в Америке. Есть у них какие-то шоу, там они типа дерутся, рестлинг, не рестлинг, но они там типа дерутся, на самом деле не дерутся, а все постановочно. Вот он тут прикольно вообще рожи корчит. Очень прикольный чувак, я пару видео нашел, сразу понятно, что он любит юморить такой. Очень прикольный, в общем, персонаж. Вот он тут типа там его фейлы показывают, вот как его там мочит, как придурка вообще, а он там типа злится. Ну вот он вообще там спиной поворачивается, а тут он типа с каким-то неведомым боксером, блин. Кто кого замочит, разговаривает, ну типа раздвоение личности. Ну вообще, конечно, прикольный чувак, блин. Я сначала просто узнал, что он там здоровый, все такое. У него, кстати, рост 194 сантиметра, вес 170 килограмм. А потом, когда побольше видео поискал, нашел вот всякие прикольные такие видео с ним. Там во всяких шоу других участвует. Любит зажечь, в общем. Порвал типа его. Но то тут гасит вообще нехило. Ну и такие, походу, бои постановочные. А это он тут типа в Tekken играет. С корейцами какими-то. Вот он там это, самого себя, и кореец тоже типа самого себя. Прикольный вообще чувак. Вообще пипец. Типа его победили, ща он их, сука, порвёт. Вообще прикольно. Тральчонков ща отымеет. Грейт Хали тоже в таких же постановочных боях участвует. Индиец, как ни странно, по внешности не скажешь. Ну, из Индии. Из бедной там какой-то. На каменоломне где-то работал, еще куда-то. Вот, у него рост 2,16, то есть он такой великан, вес 190 килограмм. Ну, вот он, типа, опять же, постановочный бой, да, как-то это все стрёмно выглядит, не знаю, кто это смотрит, но он там толпы, миллионы баксов, наверное, но выглядит дерьмово достаточно, вот он высоченный такой чувак. Еле ходит, как видим, да, то есть он хреново как-то ходит, но, тем не менее, такой внушает, как бы. Ну, и вот тут... Из другой параллели чуваки с громадными бицепсами, блин. Хе, докачал, бля, 7 сантиметров, наверное. Да ебать, большие, ты чё? Почему я не назвал Арнольда Шварценеггера в рейтинге? Ну, потому что по современным меркам он слабачок такой, в общем-то, дохлячок получается. Ну, уже в 90-е он стал дохлячком фактически. Ну, он там уже не уступал, понятное дело, но уже не катил. А сейчас тем более. Ну, вот и все.